Приветствую вас, друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня среда, 24 августа. На экране у нас пала пара доллар-иена. Ну, что я могу сказать по этой паре на сегодня? Сменился тренд, если вчера был нисходящий, но вы видите, что он, да, был нисходящий, но очень такой... То есть небольшая волатильность была. Сегодня тоже, в принципе, сменился на восходящий тренд, но не могу сказать, что вот, может быть, будет сильно такой большой рост. Ну, все возможно, я тоже могу ошибаться, но не думаю, что так сильно будет большой такой рост. Что ожидается сегодня? Вот, смотрите, у нас я вам показывала, вот я говорила... Все зависит от этого уровня. Это где-то здесь вот 100-290. Все зависит от него. Здесь находится недельная. Здесь вот находится уровень уже такой сопротивления на данный момент. И все зависит от того, вот закрепимся мы сейчас здесь. Или все-таки пробьемся ниже. Можем прийти еще раз протестировать вот разворотную линию дня. Но если мы не пробьемся и не закрепимся, вот закрепимся здесь, отсюда можем развернуться и пойти до 100, где-то 600, 100, 700, дальше вверх, я предполагаю. Но там просто есть следующий уровень сопротивления. Пробьется, значит, повезет, и сегодня будет хороший рост пары. И пойдет еще выше. Все возможно. Но до 600, 100-600 и 100-700 вполне сегодня может дойти. Если отсюда можно остановиться. Если закрепиться вот здесь выше вот этого уровня. Выше 100. 100 где-то вот так вот. Вот такие прогнозы на сегодня. Ниже пивота, ниже 100-153 я не думаю, что мы пойдем, но все возможно. Видите, какие сабельки кидают, поэтому все возможно там протестировать еще раз нижние уровни. Ну а пока вот такое мое видение на сегодня. Я благодарю вас за внимание, удачного вам дня, хорошего профита и пока-пока.